Это исправительная колония особого режима для пожизненно заключенных. Если ты попал сюда, это означает конец. Это смертный приговор. Вы действительно не знаете, кто вы или прикидываетесь? Я давно наблюдаю за вами. Конкретно меня интересует ваша центральная нервная система. А если быть точным, головной мозг. Может, это и есть ад? Может, жизнь уже закончилась? И это то самое место? Я всегда вечером смотрю на трубку и жду, что вы мне позвоните. Теперь придется ей отвечать за вас, так сказать, по полной программе. Со мной был еще один заключенный. Звали его Аман. Вы не в курсе, где он сейчас?